Всем доброе утро, дамы и господа. У нас утро, понедельник сегодня. Вчера ездил, собирал виноград. Ну, собирал вот такую вот гору. Сейчас буду его перерабатывать. Ну, не вино, я не буду вино ставить. Я поставлю просто, ну, типа там брашка, что ли, что-то такое. Ну, сок, я его сейчас переработаю. Вот, взял у деда вчера там молотилку, которая перерабатывает. Ну, буду сейчас, короче, крутить. Вот она. И бочку мне дед вчера дал. Вот. И вот такую вот штуку интересную буду я сейчас крутить. Вот так, виноград туда засыпаешь и перерабатывает, в общем. То есть, ну, не надо ходить, топтаться там по винограду. Ну, как раньше это было. Вот. В общем, что, я даю. И поедем мы немножко попозже с дедом. Сейчас я переработаю виноград. Вон дед, наверное, едет. А, нет еще. Еще нет, еще рано. И поедем немножко попозже с дедом за этими, за арбузами. Поля брошенные. А, еще, кстати, сейчас покажу вам. Вчера привез еще животину. Ну, это у моей мадамы. Мадам, у моей королевишны. Гусей 7 штук привезли. И уток. Еще вот 3 утки. Вот они, видите, одна вот сидит. И вот еще их 2. Вот, привезли вчера сюда. Потому что там следить некому. Наверное, скорее всего, будем дом сдавать. Кстати, кто местный, если есть желание там. О, красотка. Вот она. Вот она, красотка моя. И мыши лазят. Мыши лазят, вообще капец. Поели. С ура накормил всех. Все сделал. Гусей надо тоже половину перебить. 7 штук, на 4 штуки, короче, убирать гусей. И оставить гусака одного. И 3 гусыни. Ну, гусака старого, по всей видимости, оставить. Вот. И три гусыни. Или 2 гусыни ему оставить. Да, 3 оставить, 4 надо убрать. Вот. Утки эти, бедные. Все лето сидели на яйцах. А сидели. Что сидели? Толку нету. Сидел, они худенькие, вон, смотрите, какие бедные, блин. Этого утака нету, а я, ну, и яйца не плодородные. Здесь они себя сейчас в себя придут. Вон он, красавец, красавец. Он уже тут за ними ухаживает уже, вон утка, видите, там за ним стоит. Деловая мадам. Вот, в общем, хозяйство, разводим хозяйство, чем больше, тем лучше, пускай будет. Ничего страшного, покушать, есть будет в любом случае. И я вчера еще купил 2 мешка кукурузы, нашел по 11 рублей вчера, вообще, ну, дело случая, я говорю, купил 2 мешка кукурузы, привез вчера, вот, сегодня буду перерабатывать его тоже. Вот, по 30 килограмм, по 11 рублей нашел. Вот, буду эту бочку заполнять. Вот сюда вот, она у них пустая, буду ее заполнять. Ну, а с этой пока буду кормить. Здесь, видите, как опустело. С этой буду кормить, здесь у меня уже все сделано. Крупорушка
Все по-честному, как должно быть. Вот, в общем, хозяйство, хозяйство, хозяйство и хозяйство. Помаленечку. Там погляди, может, еще свиней заведем. По чуть-чуть. Есть возможность немножко. Ну, как бы деньги, что, куда их тратить? Будем тратить их вот на эту вот животинку. Вот они у меня, красавцы. Дал им с утра пару арбузов. Ну и с водой постоянно проблема, надо воду им всегда наливать. Ходить, следить, бледить. Гуси, ну мне нравится, гуси молодцы вообще. Вот, в общем, вот такие вот дела.